Мы не нашли вообще заборов, тут у нас нет нигде, все открыто, гуляй где хочешь, поэтому придется на том же самом винограднике просто на толстой проволоке показать, как работает именно для заборов. Поставили, нажали, убрали. Все, металлическая скоба есть. Было бы здесь две проволоки, они тянулись вообще толстые люты. Это на самом деле, кстати, и диаметр-то десятка, она прям практически по максимальной границе проходит.